Привет, дорогие друзья! Вот и наступил Новый год. Снова года бегут, проносятся мимо нас. Мы не замечаем, как это происходит, но, к сожалению, такова жизнь. И с каждым Новым годом мы становимся старше, но тем не менее. Хотела сначала записать вам долгое видео с итогами, разговорами о том, как прошел год, и вот это все тра-ля-ля. Потом поняла, что это абсолютно никому не нужно. Сегодня последний день года, и все абсолютно заняты своими делами, приготовлением к приему гостей, или походу в гости, или походу в ресторан, или еще что-то. В общем, все заняты, и всем не до долгих разговоров. Поэтому просто хочу вам пожелать в следующем году, чтобы он наконец-то принес только хорошие новости, чтобы этот год наконец-то стал таким, как были когда-то новые года, когда мы не думали о том, что пусть следующий год будет лучше прежнего, потому что и прежний был ничего себе такой. А последние несколько лет у нас как-то такая ситуация, что каждый Новый год все хочется, чтобы наконец-то уже кончился этот год, и следующий год был лучше предыдущего, потому что этот год был ну совсем никуда. Вот. И вот поэтому я сегодня такая вот нарядная под елкой с бокалом, как, наверное, 99% всех блогеров, очень много девушек на YouTube сейчас сидят нарядные под елкой с бокалом и желают вам всех самых замечательных благ и вещей. И я тоже вот в том же самом ударе, значит, пьяном угаре. Нет, еще нет. Записываю я, конечно, не сегодня, как вы понимаете, не 31 декабря, а немножко заранее. Вот. Но, тем не менее, с наступающим. Всем здоровья, всем всего самого-самого наилучшего. Пусть следующий год принесет только хорошее нам всем. Радости от детей и внуков, от работы или не от работы, а от неработы. И, в общем, чтобы все было у всех самым-самым лучшим образом сложилось и устроилось. Чтобы все неприятности остались в этом году. Чтобы только хорошее ушло с нами в следующий год. Кстати, давайте выпьем прекрасное розовое просекко. И с вами была Дита из Канады. Люблю вас, целую. Смотрите мои видео в следующем году, так же, как вы смотрели их в этом году. И с Новым годом!